На экране птичка. Она на самом деле очень маленькая. А чем же прославилась эта птичка? А эта птица попала в Книгу рекордов Гиннесса. Знаете почему? Летела она без сна, еды и остановок целых 11 дней от Аляски до Тасмании. Птица установила рекорд Гиннесса. Небольшая перелетная птица, малый веретенник, побила рекорд по дальней миграции, пролетев без остановок 13 560 километров за 11 дней, потеряла больше половины веса. Зафиксировать этот беспосадочный перелет на грани птичьих возможностей удалось благодаря спутниковой метке, установленной на лапке. Каждую осень миллионы перелетных птиц отправляются в долгое и опасное путешествие, чтобы спастись от приближающихся холодов, кормиться и размножаться в течение последующих нескольких месяцев. Многие из них преодолевают впечатляющее расстояние – более 10 тысяч километров. Но то, что совершил этот маленький веретенник, орнитологи считают просто фантастикой. 13 октября 2022 года птенец, можно сказать, возраст у него был всего 5 месяцев, малый веретенник – это вид болотных птиц – вылетел из Аляски на зимовку. Но по непонятным причинам в ходе своего изнурительного путешествия маленькая птичка сделала небольшой крюк, который добавил всего лишь 500 километров к первоначальному маршруту. Это должно было его убить. Дело все в том, что малые веретенники, в отличие от многих перелетных птиц, не могут просто посидеть на воде, отдохнуть, подкормиться. У них нет перепонок на лапах, и поэтому, если он сядет на воду, то он погибнет, обязательно погибнет. Поэтому весь полет беспосадочный. И тем не менее, заплутавший веретенник добрался до финала путешествия. Ученые смогли отследить его рекордный полет с помощью крошечного трекера, который весил всего 5 грамм. Скажем спасибо высоким технологиям. Одно дело поставить спутниковую метку на альбатроса, который весит 5 килограммов. Ну или совершенно другое дело маленькой-маленькой птичке, которая весит всего 300-400 грамм. Взлетев с заболоченных земель Аляски, крохотная птичка направилась через Тихий океан в Новую Каледонию, но затем неожиданно повернула на 90 градусов и сделала крюк до Тасмании, прежде чем попасть в Новую Зеландию. По мнению ученого доктора Веллера, птица потеряла половину или даже более своего веса в течение 11-дневного непрерывного полета, но благополучно добралась до суши, установив новый рекорд Гиннесса по дальности полета птиц без посадки. Интересно, что биологи и понятия до сих пор не имеют, как веретеннику удается преодолевать такие огромные расстояния, не останавливаясь и не теряясь. Почему я рассказал это на своем канале? Потому что канал «Точка на карте» изначально был привязан к группе «Хочу все знать» в Фейсбуке. Вот поэтому возродим традицию. Интересно ведь, птица пролетела больше 13 тысяч километров без посадки. Ну а вы подписывайтесь на канал и делитесь видео. Всем всего доброго!